Содержание одного депутата Джугурку Кинеш обходится бюджету в 7 миллионов сом или более 800 миллионов сом ежегодно на всех депутатов. Введение закона позволит сэкономить бюджету до 469 миллионов сом. Это более 15 тысяч ежемесячных пенсий, по 2500 сом в течение года или 385 социальных квартир. Мы выступаем за отмену государственных привилегий депутатов. Партия кардинальных реформ «Республика Атаджурт».